джойстик как Xbox One. Состояние у него отличное, чистый. Кнопки не стерты, стики тоже. Так. Состояние у него практически нового. Батареек нет, поэтому не смогу включить. В принципе, можно потом включить его от сети, попробовать. Видите, от сети джойстик работает. Ну, батарейки тоже вставите, тоже будут работать. В принципе, хороший джойстик. Подключить также не смогу его к Xbox, поскольку нет у нас на филиале Xbox One. За свою цену неплохой джойстик.